В грубом нарушении жилищного законодательства обвинили сотрудников администрации Ульяновского района. Камнем преткновения оказалась заброшенная баня в селе Волосниковка. Там больше 10 лет в нечеловеческих условиях выживала семья Шугаиповых. Разобраться в ситуации и помочь сельчанам удалось только после вмешательства прокуратуры. Яна Федорищева с подробностями. Это бывшая баня. Ну, ей уже лет 60, наверное, или 50 с лишним. Ровно 15 лет назад эта общественная купальня стала для них новым домом. Так решили в районной администрации. Жилищных условий получше для погорельцев из Тетюшского найти не смогли. Тогда и решили вооружить семью 4 банками краски, рулоном линолеума и навсегда забыть о несчастных новоселах. В моей комнате дрова были, полная комната дров. Все вот эти стены были большие, вот такие дрища. За 9 месяцев ремонта мать и сын превратили это нежилое помещение в уютную квартиру. Дровами застелили полы, оставшийся цемент покрыли линолеумом, после чего их даже прописали. Вот только номер дому почему-то не выдали, да и на баланс администрации поставить забыли. У нас потоп там был 2 раза. Труба протекала. Поэтому все сгнило, и полы, и все, что я сделал. Первыми об этой истории узнали журналисты. Кадры, которые сделали репортеры, попали точно в цель. Их посмотрели не только пользователи соцсетей, но и сотрудники контролирующих ведомств. Прокуратура Ульяновского района была проведена проверка. На жилое помещение поставлено на баланс администрации по месту проживания семьи Шугаиповых силами администрации района. Произведен ремонт, установлены пластиковые окна, произведена замена напольных покрытий, произведены малярные работы. Осталось подлатать проводку, подвести еще машину дров и установить мебель. Вот ремонт полный сделали, все. И обои наклеили очень красиво. Еще будет цвет на обои делать. Этот цвет мы взяли сыну. Вот. Теперь новоиспеченные собственники мечтают только об одном – приватизировать землю, несколько кустов с помидорами и пару грядок картошки. Долгие годы их единственный супермаркет по-прежнему здесь, в огороде, под окнами заброшенной бани. Ну а новый ремонт вам как? О. Яна Федорищева и Денис Миронов. Вести Ульяновск, село Волосниковка.